ты парень, который... Я, если ты не парень? Ты парень или не парень, который... А если ты и парень, и не парень? Ты хочешь создать свою собственную игру? Так-то тебе на это видео. Это полный гайд о том... Я очень часто стал записывать гайды, я понимаю, но это полный гайд на то, как нужно создавать свою игру. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Game Dev Tycoon. Это игра... Я забыл поп-фильтр бахнуть. Ну, скотина. Эта игра переносит вас назад во времени, в самое начало эпохи персональных компьютеров. Вам предстоит основать и развивать компанию своей мечты, создавая лучшие в мире игры. Ну, естественно, какие же игры мы еще будем создавать? У тебя в гараже самые лучшие. Завоевывая сердца и кошельки фанатов, покоряя вершины игрового рынка. Спасибо. Для начала придумайте название своей компании. Я гениальный парень, вот это вот, естественно, я. А, за женщину будем играть. Или случайно. Человек, который идеально придумывает название для всего, что только угодно. Это видос по цивилизации, тому прямое доказательство, как я придумываю название. Сейчас мне нужно придумать какое-нибудь хватающее название. Так, ладно, я придумал название. Ни одна компания не принимала это название. Компания называется... Только сейчас меня озарило, вот когда-нибудь, если я буду создавать игры, то я буду создавать под этим ником. По-другому, ну а как? Имя игрока... Хенаде? Хенадр. Хенадр. Длительность игры 35 лет. Я всего 35 лет проживу, да, интересно. Примечание, вы всегда сможете продолжить и после окончания игры. Все. Жизнь после смерти доказана, господи, вот игра тебе доказывает, что после смерти можно жить дальше. Если ты помер, это еще не значит, что игра закончена, ты можешь веселиться дальше, создавать игры дальше. Почему выходят новые игры? Потому что жив еще первый создатель игры Марио. Длительность игры определяет, насколько быстро будут появляться новые консоли, когда будет произведен подсчет ваших игровых очков. Пиратский режим. Выключить рекомендуется. Из-за пиратского режима резко упали продажи по всем играм. Вам грозит банкротство, вы можете разработать защиту от копирования, но это расстроит ваших фанатов. А Юрили? Я не ожидал от тебя такого ножа в спину. Я думал, я буду бесплатно качать твое говно. А ты продаешь его за деньги, что? Ну это бан, как говорится. Вам время от времени будут поступать письма фанатов, вдохновленные реальными событиями. Короче, случайный гендер выбираем. Ну да, окей, погнали. Создать новую игру, ну поехали. Игра номер один. По-моему, очень цепляющее название. Плзбай. Плзбай, выберите тематику. Киберпанк, фэнтези, шумы, фермерство или технология? Фермерство, самый популярный жанр в мире. И это будет фермерская стратегия или фермерский экшен? Фермерский экшен, выберите платформу. Доля рынка, ну, на самую популярную. 20 тысяч человек всего пользуются компьютерами. Первое, что должно выйти на компьютере для этих людей... Не программы для разработки новых игр, не программы для работы за компьютером, не какие-нибудь Word'ы или что-то типа такого, новые операционные системы. Ферма! Экшн-ферма! Плюс-бай! Погнали! Текстовая 2D графика. Текстовая ферма — это жестко. Давай за 5 косарей потратим на это. У меня 70... А, нет, у меня 45 тысяч бабок. Движок, геймплей, сюжет... Сюжет в ферме, по-моему, должен занимать первое место. Погнали. Сюжет в экшн-ферме. Это на чем вообще держится сама по себе ферма? У меня даже машина есть, я могу... Интеллект, диалоги, дизайн уровней. Диалоги, интеллект. Коровы должны быть умными у нас на базе. На базе, на ферме. 9 исследований у меня есть, я исследую ферму. 3 бага у меня всего лишь, там 2 дизайна. Графен на максимум, погнали. Ежемесячные расходы, 8 тысяч баксов. На что ты тратишь 8 тысяч баксов? Are you mad, бро? Я могу название менять в конце? Да ладно. Тогда... Да. Полученный опыт. Плюс 1,5. Новая тематика. Новое комбо. Как я все прокачал? Выкинуть. Компьютер в помойку просто. Окей, давай. Новая тематика. Создать свой игровой движок. Да не, меня фермы будут трепать. На нашу? Почему на нашу? Это что, советский сын? На нашу недавно выпущенную игру. Игра, не примазывайся, я в соло сделал в гараже у себя ее. На нашу недавно выпущенную игру. Игра номер один. Плзбай. Появились первые обзоры. Не покупайте. Ее место в мусорке. Катастрофа. Хуже некуда. All Games. Зато двоечку. Nice. Please buy. Bethesda. Новички игровой индустрии только что выпустили свою первую игру. Игра номер один. Please buy. Ее в целом оценили довольно низко, но мастерство происходит с опытом. И мы уверены, что еще увидим отличные игры от компании Bethesda. Мы еще уверены, что мы увидим отличные игры от компании Bethesda. Вообще нет. Please buy. Тысяча каких-то энтузиастов все равно
1283 копии. Выпускаются обзоры. Эта игра говно. Не покупайте. Полная шлащина. 1, 2, 1. 1000 человек все-таки купили эту игру. Какие бешеные люди. А, я ж на баги ее не зачекал, да, наверное? 1.5. Ну, это да. Это жестко. Это самая крутая моя игра, по-моему. Следующую игру, которую я хочу создать, концепт игры, она будет называться «Гараж». А, нет, подожди, я хочу создать игру. Тут мне пришла идея. Игру никто никогда в жизни не создавал. Все, я не помню название. Shadow to Die. Окей, эту игру никогда никто не создавал. Это будет киберпанк симулятор смерти на PC. Текстовая. Текстовый Dark Souls еще никто никогда в жизни не выпускал. Я баги смогу когда-нибудь фиксить или нет? Ладно, не будем фиксить их никогда. Хрен с ним. Завершить. Да подожди, может баги пофиксим или не надо? Пофиксили баги, все, найс. Bethesda рулит, первый уровень всего. Это начало. Если я доживу до конца, и пираты не съедят меня. Хотя я их не включил. Че по обзорам? Никакого удовольствия. Она не была создана для удовольствия. Это Sekiro to Die, понимаешь? Она не для удовольствия, ни о чем. Довольно плохо. Уже 4, между прочим, получили. Найс. Это успех, по-моему. Мы клепаем игры в гараже только так. Просто, каждый день по игре. Игра будет называться... Я не могу у меня не хватает мозгов, чтобы придумать название игры. Все, это жопа. Игра... Пойдет. Окей, технология. Ролевой будет. Ролевые технологии. Супер. 2D графика. Потрати все бабки. Все. А, минус 17 косарей. Ну да, я так хотел. Вот так. Погнали. У вас отрицательный баланс на счету. К счастью, банк согласился разрешить вам превышение расходов на 50 тысяч. Но будьте внимательны. Если баланс упадет до 50 тысяч, вы банкротитесь. Упадет, не переживай. Сейчас еще одна игра и упадет. Как ж Sekiro Shadow to Die продается неплохо. Вкладываемся по максимуму за игру. Я сколько записываю? 13 минут. Ну все, нормально, хватит. Эта игра выйдет на 5 минут. Как создать свою игру? И я обанкрочусь за первый... Я думаю, никто никогда в жизни... Подожди, сейчас я хочу, да, вот так. Никто никогда не банкротился в этой игре еще в гараже, на стадии гаража. Недавние исследования показывают, что Говадор G64 уверенно обходит конкурентов на рынке персонализированных компьютеров. Потребители привлекают более низкая цена, большая доступность, возможность гибкой конфигурации аппаратных средств. Ну, гибкая конфигурация мышь, клава, все, ну и экранчик поменять еще нормально. Конфигурайшн. Аналитики предполагают, что это может стать началом конца конкурирующих платформ. Можешь забить нахрен и начать машины разбирать. Вон, у меня 4 отвертки есть, нормально. Гаечный ключ на 4 у меня есть, нормально. Софтбокс. Нифига не софт, нифига не бокс. Да скотына, ты можешь держаться, плизик? Свет. Все, нет света. Свет закончился. А может так назвать следующую игру, если у меня бабки останутся? Нормально, сейчас так назовем. Да светишь ты по-человечески, твою за ногу. Можешь на меня свет? Да все, мне там подкротится. Новость о... Спасибо. Ну, света нет, ни хрена. Все, без света будем записывать в темноте. Новость о платформе. По слухам, японская компания Nintendo готовит выпуск домашней игровой консоли. И очень успешной игры Donkey King. Многие эксперты сомневаются, что игровые консоли смогут обрести популярность. Интересно посмотреть, что сделает Nintendo. А может мы выпустим Donkey King? Новый рекорд. Найс. Второй уровень. Понеслась. Это начало зарабатывания кучи монеев. По-моему, все. Это банкротство. Да. По-моему, это бан. Donkey King. Это игра фэнтези. С элементами стратегии. На вот это говно. Погнали. Last Chance. Стоимость 30 тысяч. Как раз. Выйдем в минус. Так, текстовая. Мы видим, что у вас возник... Блин, все, жопа. Финансовые возможности. Поскольку вы только что выпустили игру, игра, мы готовы предложить вам мини-кредит. Согласиться, давай, ждем. 500 продаж, это хватит. Так, геймплей, хренак, сюжет, хренак, движок настолько, на пол шишки пойдет. Плиз, фанаты, работа по контракту. Привет, я только что пришел... Что? Прошел игру, игра. У вас, похоже, есть потенциал. Ну, спасибо, такие обзоры. Я занимаюсь подрядами и думаю, чтобы мог найти применение вашим навыкам. Если вам понадобятся деньги, дайте мне знать. Возможно, для меня работа. Джейсон. Тот самый Джейсон. А что у меня лагать-то? А, нет, нормально. Дизайн уровней. Интеллект. Вот так. Погнали. Так, здесь я, значит, беру графен, звукан и дизайн мира. Это лучшие продажи, смотри. Последний шанс, потому что если мы не продаем, 16 минут, и я не буду создавать новую игру. Найс! Все, игра без багов. И они после этого говорят мне, Nintendo все выпустила, все, да. Они после этого мне говорят, что игра на единицу. Игра без багов, между прочим, это уже минимум 4. Найс! Вперед! Плиз.
С вас счета была списана минус 96 косарей. Блин. Плиз, дайте пожить. Это шанс. Это шанс. Местами забавно. Сука, поставь 7, блин. Сука, All Games, поставь 7. Шмо. Чтоб деньги были, штраф 5 косарей. Отладка программы. Давай, вперед. Да некоторые возможности, Динки Кинг. Да, сейчас продажи попробую. Понеслась жара, понеслась жара. 36 кэсов. 30 фанатов. Вау. Рекорд продаж. Все, Bethesda надолго запой. Я не выполню. Ух, как-то тоненького-то. Контракт, отлично, 18 косарей переведем. Так, живем, живем. Есть время создать новую игру. Исследование завершено. Все, я слишком слаб для исследований. Так, создать новую игру. Погнали. Игра будет называться... И шо? Ну так. Квест киберпанковый. На... Живенко. Так, на Живенко. Сразу, первое, что я сделал в этой игре, это один баг. Квест. Давай так же. С вашего счета было списано 122 косаря. Так японский, блин, сука. Привет, это Джейсон. Джейсон, закинь мне пару косарей. Финансовые проблемы. Это банк, блин. Они у меня, сука, забирают миллиард долларов после этого. Они дают мне кредит на 75 косарей. Да, я. Кредит на 76 косарей, а после этого, ну, отдавай-ка долг. 150 миллионов долларов. Это, да, гараж продам сейчас. И шо, появились новые обзоры. 5! Stargames любят меня. Мы разочаруют. Да ты задолбал. Поставьте 5, блин, пожалуй. Тьфу, блин. Да поставь 5, пожалуй, сука. Да, не оправдал ожиданий, спасибо, парень. И шо? Продажи понеслись. Блин, контрактов нет. Ну давай создадим игру, значит. С Джошем Фео 10. Это будет технология. Технология. Симулятор технология. Задонатим 2D графику, потому что она сейчас на пике своей карьеры. Это будет, да, вот так, у меня одна стратегия на все игры, вообще плевать абсолютно. Да хватит репу чесать, может ты игру создашь, у тебя сейчас все деньги заберет банк. Сейчас такой, привет, это банк, да, минус 150 миллионов долларов. 8 тысяч долларов, на что ты тратишь 8 тысяч, у тебя даже лампа есть, которая тебе в рожу светит, нахрена тебе лампа, ты даже не пользуешься. Может продадим машину, на которую этот, как его зовут, не Барти Крауч, как его называют, Марти Макфлай летал. 101 исследовательская единица. Я не знаю, что с ними делать. Найс! Новая комбо. Да я комбо, как сабзируй. Чтоб мне за это только бабки платили. Обзоры. ЖШМФО 10. Играют не напролет. Одна из лучших. Прекрасно. Game Hero. Слушай, ты по-моему Hero. Серьезно. All Games. По-моему, это все. По-моему, это выход из дношной ямы. ЖШМФО 10. 74 косаря. 74 косаря. Ранг 24. Мы даже попали в ранг какой-то. Найс. Согласно нашему исследованию рынка, недавно вышедшая ЖШМФО 10 стала хитом. Bethesda, новички игровой индустрии. 800 игр уже создали. Bethesda, нетерпением ждать пора. Порадуемся. Давай то же самое, только 11. Так, ЖШМФО. Поставьте 11. Так, ЖШМФО технология. Обзоры. Симулятор технологий. Где-то мы уже это видели. Надоело. Ни о чем. Неплохо. Найс, мне хватит. Может еще один выпустить, да, пока еще фанаты. Последняя игра от Bethesda привела критиков в замешательство. Вместо действительно новых игр компания выпустила очередную подделку из серии технология симулятор. Практически повторяющую то, что мы видели ранее. Да не практически, да? Вот комментарии из типичного обзора. По-моему, игра за ЖШМФО 11 вышла слишком быстро. После предыдущей ничем не отличающейся от нее в технологическом мире, ни в тематическом плане. Создать... Да плевать, все, шикуем. Сохранение. Мы будем первая игра, которая сделает сохранение. Не минус 90 косарей. Сейчас еще банк. Привет, это банк? Да, не забывайте разрабатывать, собственно. Да. Я... 136 косарей, да ты издеваешься, банк. Конечно, не в топах, но все равно. Ходят слухи, то что Вена. Ну, да. Вперед. 2D графен. Все деньги сейчас просру, сейчас еще банк придет. Вот говно. Вот и графика. Сохранение. Что еще нужно? Вот, все. Какая Вена. Боже мой, красиво. Снято с продажи. Я сдал. Я вообще не думал, что она будет на продажу. Завершаем пока. Вперед! Бля!
Ай! Да твою бляху! Yes, I'm back, baby, погнали! Чувствую 8, 6, 8. Найс. Ну почему-то мы живем еще. Ладно, хорошо, надо заканчивать на этом. Пока есть сколько у меня. Сейчас посмотрю. Я не буду ничего делать, я просто смотрю, сколько у меня продаж будет. 72 косаря. Изначально, насколько я помню, у меня было 734 косаря. Все, я ухожу из игровой индустрии и ухожу в летсплей. На этом пока все. Если тебе хочется узнать, как компания Bethesda будет жить дальше, ставь под это видео лайк, подписывайся на мой канал. Вот это люди, которые спонсируют мой канал. Самые прекрасные люди в мире. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей? Ссылка на донат в описании. Спасибо тебе огромное за просмотр, удачи и пока.